Самая неразрушаемая часть самолета это хвостовая. А меньше всего подвержена. Да нет, часто можно это и подвигаться. Не надо. Она шатается не из-за нас. Она шатается из-за ветра. Вот этот на водном мотоцикле фигачит. А я скорость ищет. Быстро. Гидроцикл. Ух. А вон боржа пошла. Которая перевозит. Вот так вот она идет. Самое страшное, это вот это вот. А, то, что самое высокое. Их две. А, вот таких одинаковых. Да. Вот это и следующее. А вот это вот, что мы были, это самая низкая точка. Это для нас вид транспорта. Угу. А для нас это значение. И что? Да, мы деревенские. Точнее, ну как, деревенькие все здесь. Крайне снежные. Человек в ближнем вообще был. У тебя палатки деревенские. Это сразу видно. Угу. Присутствует вот это. Нет, еще вот возьми ее, вот если мы ехали. Ой, такая, прям. Да ты еще там крали, мам, не горюй, она же городская девочка. Не то, что ты да, колхозник. Ну, с колхозниками не надо тут срывать, понял? Колхозники. То, что мы такие веселые, это еще ничего не значит. А что значит, если какая-то красные бульки? Каждые 50 метров стоят. Нет, это понятно. Ограничение. Внимание, что здесь отсутствует только. Все, что выше 50 метров, имеет это... Буй. Да. Тут сколько? Метров 75, тут даже не 100. Если вот эти вот красненькие, это получается первая точка 50 метров. Вот не интересно. Интересно. Все равно интересно. Меньше 100 метров без там земли. Машина стоит, а, рыбачит. Я там не вижу, какой у него лов даже. Практически там ничего из них. Такие полосы главные. Здесь. Ага, да. На воде. Спина. Винты вбили в воду. Эй, здесь поднялся. Просто держал так, не снимает. Ну там видишь. Нет, меня снимет, зачем ты снимаешь? Снял это привет. Не, не снимает, что вы снялись. Так, мы на канатной дороге. Сейчас будет второй пик.